таких вот кормушек раньше было, не знаю, на каждый километр 4. Навесы были построены. В одном месте, я помню, галечник был сделан. Сейчас единственное, наверное, уцелевшее на нашей зоне осталось. И то тут производственный участок одно время был. Все сгнило. УАЗик гудит. Я че слез-то с коня, просто мы спрятались. То, что увидели УАЗик. УАЗик проехал, да, ворон? Вон там он, короче, едет. А мы поедем в другую сторону, значит. Пусть едет. Он нас видел, что мы в другую сторону ехали. В общем, вот такие раньше кормушки были по лесам. Веники вязались, сено закладывалось. Сейчас ничего не надо, только денежки. Животным перечисляют, потом на счет они сами покупают сено. У фермеров они тут косят. Козел выходит, говорит, на тебе, 3 тюка мне оставь. Денег он оставляет. Хожу, в общем, пешком шарюсь по лесу, иду вот этой тропой, вот тут она расходится, туда и туда, тропы, видимо, старые, хорошо набиты, там он березка, вон та, козел ходит, все чешется он, сейчас подошел, посмотрел, в общем, в следующем сезоне, наверное, тут фотоловушку я поставлю на пересечении как раз. Интересное место. А я пошел туда. Ищем крупного зверя. Коня привязал. А то вдруг найдем, они раздерутся. И это... И некогда, в общем, мне с ним возиться. Сегодня. Поэтому я пошел пешком. Ворон кушает у меня травку где-то. Тоже камыш. Кусты. Ни черта не видно. Ходим, ищем. Козел стоит, рога здоровенные. То ли это тот мой, которого я все снимаю, трофея, то ли это другой, вроде другой. Еще на удалении хоть как-то видно. Приближать начинаю, все размывается уже. Так, ну тут хороший живет. В общем, березка одна сломана. Листик уже зажелтел. Вот березка сломана. Листики еще зеленые. Значит, мы движемся с вороном в правильном направлении. Фейчик мой. Вот тоже довольно свежая. Береза заломана. Огромный лось тут. Огромный лось.
камера уже, в общем, плохо видит. Мамка с козлятами и козел рогатый идет. Козел, наверное, этот, которого я только что снимал, напугал. Мой большой трофейный. Маленькие рожки, вот которые слева, ну, прогоняет. Стою на открытом, привязаться некуда. Сейчас попробую подвязать коня, может, еще что-нибудь сниму. Это так сильно дрожит. Лисенок мышей ловит. Сейчас прыгать будет. Ближе. Кузнечка. Бежала низом. Короче, туда убежала.